Азербайджанские военнослужащие военно-воздушных сил успешно завершили учения в турецкой компании «Байкар». 77 военнослужащих участвовали в четырехмесячном тренинге под названием «Оператор беспилотных летательных аппаратов «Байрактар», по окончанию которого получили сертификаты по различным техническим специальностям. Выпускникам их вручили генеральный директор компании «Халук Байрактар» и лидер «Байкар технологии» Сельджук Байрактар. Турция и Азербайджан – не просто соседние государства. Это два братских народа, мечтающих создать общее будущее под одним полумесяцем. У нас одна история, одно будущее, поэтому мы должны всегда первыми приходить на помощь друг другу при любых обстоятельствах. Для нас вопрос Нагорно-Карабахского конфликта на протяжении многих лет был не затягивающейся раной. Мы горды тем, что наши технологии внесли свою лепту в победу над врагом. И сегодня Карабах свободен. Победа азербайджанской армии вошла в мировую историю. Но это стало возможным не только благодаря современным технологиям. Победу принесли настоящие герои, азербайджанские солдаты. Достойные сыны Азербайджана готовы были отдать жизни ради того, чтобы заставить врага освободить оккупированные земли, и им это блестяще удалось.